Доброе утро. Сегодня 28 июля 2020 года. И вот такая молочная мамочка. Ее детки спят в другой комнате. А она кормит вот этих пятидневных малышей. Они, конечно, маленькие, как новорожденные выглядят. Ну, чуть больше, наверное. Ну, по крайней мере, у нас такие родились. Вот, ну, они, слава богу, сосут. Сейчас будем их перевешивать. Посмотрим, что они с вечера у нас набрали, потеряли. Вроде бы, смотрите, так активно за ними смотрит вот эта красавица. Спит с ними, лижет их. Там у нее чуть-чуть молочка тоже она подкармливает их. А это вот прям молочная кормящая, поэтому мы каждые 2 часа подкладываем еще и под нее. Они просто очень долго не сосут. Чуть-чуть сосут и засыпают. Скорее всего, им просто не хватает сил. Но я их взвешиваю несколько раз в день, чтобы понимать, как идет дело. Детки родились здоровыми, крепкими. Но в связи с маминым состоянием, в первые дни они мало кушали, меньше, чем положено. Первые 3 дня, и поэтому вот немножечко такое пришли критическое состояние, хотя молодцы, что, то есть потеряли вес. Хорошо, что вот сейчас они стараются. Там у меня малыш вот этот с меткой на спинке, там надо будет посмотреть, сосет он или нет. Да, сосет. Вот такие вот у нас дела. Чуть позже у нас будут общие видео. Видео наших малышей, которым сегодня 23 дня. Кабачкам исполнилось, толстунчикам. Ну и всех наших собачек. У нас сегодня плохая погода, он все дома. Гулять. Ну, если только чуть подсохнет. Потому что у нас нужно перемыть очень много лапок после прогулки, чтобы зайти домой. Поэтому прогулки такие короткие будут. Либо длинные, чтобы уже так нагулять, чтобы хорошо все подсохло, вышло солнышко. Потому что на мокром они не очень любят гулять. Такие вот дела.